Поскольку томаты на приусадебном участке выращивает практически каждый огородник в нашей стране, сегодняшний выпуск мы решили посвятить правилам посадки этой культуры в открытый грунт. Лучшей схемой посадки помидорных кустов высокорослых сортов считается следующая. Одна грядка, состоящая из двух линий, расстояние между лунками на которых составляет примерно 60 см. При этом сами лунки рекомендуется располагать в шахматном порядке. Другую грядку следует готовить на расстоянии 80 см от первой. При выращивании низкорослых томатов эту дистанцию можно сократить до 50 см. За несколько часов до пересадки рассаду необходимо обработать следующим средством. 1 чайную ложку лимонного сока и такое же количество цветочного меда растворяем в 1 литре воды. Полученной подкормкой опрыскиваем молодые кустики по листу. Так вы поможете своим растениям как можно быстрее адаптироваться на новом месте. В подготовленную лунку кладем 1 столовую ложку костной муки и 5 грамм куриного помета в гранулах и хорошо перемешиваем с почвой. Данное удобрение можно заменить на горсть измельченных банановых кожурок или 1 рыбью голову. Закрываем подкормки слоем земли и высаживаем томаты. Заглубляем сеянцы на 3 междуузлия, при этом удаляем нижние листочки. Этот способ позволит вашим растениям образовать дополнительные корни. Поливаем посадки раствором триходермы.